Честно сказать, я считаю, что проституция должна быть легализована. Она существует в нелегальной форме на протяжении многих столетий. И если она будет легализована, то, мне кажется, это весьма моральная, так сказать, конечно, вещь, да, некрасивая, но она снизит легализация проституции, снизит, во-первых, криминалитет, заберет огромные деньги у бандитов, пустит их в бюджет. А во-вторых, она снизит количество распространения всяких грязных болезней. И в-третьих, она снизит количество сексуальных насильственных преступлений в парках, там, подворотнях и подъездах, от которого страдают молодые девушки, там, женщины и так далее. Огромное количество людей, свихнувшихся на недостатке секса, вместо того, чтобы пойти грабить, убивать и насиловать, они пойдут к проститутке, заплатят деньги, налоги и потом спокойно выпьют бутылки водки и пойдут спать.